Она устроилась куда-то, да? Сидела, ждала, когда найдут или что-то такое. Ну тоже что. Да, ну да, убирать сидеть куда-то или да, готовить, да, потому что куда, они снимают сами квартиру. Платят сами. Но она говорила, что намного дешевле получается, чем в Болгарии. А они-то где? В Румынии. А, в Румынии уже? А так они были в Болгарии. Приехали и уехали. Они были в Болгарии, переехали в Румынию, потому что... Ну, там дешевле? Да, да. А в каком городе они жили? Не знаю. То есть непонятно, если поедут, если к нам приедут, если... Ну, непонятно, хотелось бы, конечно, ну, да, такое. Серега говорил, давай к Карпикам съездим, в Праге не были никогда. А я говорю, ну, Серега приедет, я говорю, и решайте. Как-то, говорю, да, решайте, потому что, говорю, мы в сентябре уезжаем, а так вообще мы дома. В сентябре уедем на 2 недели, а вообще мы, говорю, все время дома. Она говорит, ну, ты же работаешь, я говорю, ну, так же я еще не работаю сутками. Ну, пусть, я говорю, более мобильный, ну, а я, говорю, ну, работаю 2 дня в неделю, чем работаю 2 дня выходная. Карты, ну, чтобы направление было правильно, чтобы не заблудились, поэтому вот он там наблюдает за движением. Если неправильно, или неправильно, мы его отвлекать не будем. Пусть едет. Пусть едет, пусть изучает карты. С нашего клуба. Да. Ой, красотень. Вау. Литва. Я же ему написал. Едем в Риеку. Вот пишет. Еду в Бремен. Бремен? Вот. Ну, в Германию. Тут напишу. Риеку проехали. Паркинга нету, паркинга нигде нету, чтобы встать. Здесь вот скала как будто умытая, прям чистая.
Все искал. Корень оклада. А что означает это? Сачок. Сачок. Ветер. Боковой ветер. О, Зая, встаем. Тут панорамы такие, что тут надо встать. Получится, чтобы за нами никто не это говорил, чтобы спереди никто не был, да? Вау! Приехал. Пауза 10 минут. Я бы, ты знаешь, у меня выпил кофе. А? Я бы выпил потом кофе. Можем выпить кофе. Там чего птичи? Горумачи. Паромная переправа через эти острова все. Не, а это просто проезд, да, это просто проезд. Чтобы, скажем, не объезжать, а скрытую дорогу.